Приветствую вас, дорогие, на моем канале Ольга Свон. Сегодня вас ждет подборка летних ароматов. Я не буду у вас занимать много времени, задерживать вас. Выбрала 5 самых классных летних парфюмов, которые так и просятся, чтобы взяли с собой в лето. А как быстро летит время, девочки. Вот только недавно снимала весеннюю подборку, уже все, лето на носу. Стучится к нам в окно, хотя весна была холодная. Надеюсь, что лето будет теплым. Ну, давайте начнем. Начну с Versace Versense. Совсем забыла про него. Насколько он чудесен. Вот такой флакончик красивый. Это цитрусовый зеленый аромат для меня. Он очень яркий, классный. Это древесный, цветочно-мускусный аромат. Верхний – это бергамот, цитрус, зеленый мандарин, инжир и груша. Средние ноты – кардамон, лилия, жасмин, нарцисс и база, вирджинский кедр, оливковое дерево, мускус и сандал. Он очень яркий, но эта яркость, она вас не задушит, она не будет лишней летом. Он очень цитрусовый, и он скорее освежающий, это такая цитрусовость, освежающая, бодрящая, такая вот зеленая цитрусовость, и он мне очень нравится. Прекрасный вообще аромат, на лето идеально подойдет. Он очень стойкий, дорого звучит, шлейфовый, просто супер. Но мне не все ноты раскрываются. Бергамот слышу, цитрусы, зеленый мандарин, да. Но в средних нотах кардамон на мне не раскрывается. Чувствуются цветы, возможно, жасмин, нарцисс. И все, для меня это такой вот яркий цитрусо-зеленый аромат. Классный, стойкий, поэтому, девочки, обратите внимание, рекомендую. Далее, Estée Lauder Pleasures Exotic. Ну, это моя вкусняшечка, аромат моей молодости. Я им пользовалась, когда мне было 20 с хвостиком. Какой же он красивый. Чудесный. Это цветочно-фруктовый аромат, с этим я согласна. Верхний – это тропические фрукты, манго, розовый грейпфрут, персик, лемонграсс, апельсин. Средние ноты – личи, пионы, зеленые листья, гибискус, ландыш, бамбук, почки черной смородины, сок апельсина и база, сандал, мускус, древесные ноты. База мне не раскрывается, для меня это такой насыщенный фруктовый цветочный аромат. Всех нот я, конечно, не слышу на себе, он просто перенасыщен ими. У него очень богатая пирамида, вы сами это видите. И, конечно, все нотами не раскрывается, повторюсь, но он очень красивый. Такой поднимает настроение, летний, классный вообще. Он вроде бы чувственный, такой вот молодежный. Но я думаю, что женщины до 40 могут вполне им тоже пользоваться, почему бы и нет. Вот весна, лето для него самое время, хотя раньше я им пользовалась круглый год, потому что он меня просто покорил одно время, и я пользовалась только им почти. Далее, Eau de Merveille от Hermès. Это моя последняя новиночка. Вот такой флакончик. Совсем скоро я выпущу ролик более подробно об этом аромате. Это аромат древесный, цветочный. Очень нежный, идеально на лето подойдет и на весну. Он легкий, стойкий, классный, просто выразительный. Давайте поближе познакомимся с ним. Это восточный цветочный аромат. Ноты цитрусы, древесные ноты, цветочные ноты, ваниль и амбра. Я слышу в нем цитрусовый старт, который переходит в такую древесность и цветочность. Деревяшки здесь очень нежные, не такие вот не грубые, приятные. В цветочных нотах я слышу мимозу и, возможно, тюльпан. И переводится название Eau de Merveille, это «Чистая вода чудес». Просто обворожительная новиночка у меня. Стойкость супер. На кожу продержался несколько часов, а на одежде несколько суток. Далее аромат от Irene, IJ Blossom. Я всегда беру с собой в лето. Это самый легкий аромат моей коллекции. Такой невесомый, приятный, тоже вот цитрусо-белоцветочный. Легкий-легкий и очень стойкий. Это цветочно-древесно-мускусный аромат.
Верхние ноты вербена, бергамот, мандарин. Средние ноты африканский апельсиновый цвет, неролий, жасмин. И база мускус, сандаловый тигр. База не раскрывается. Кто первый раз на моем канале, у меня холодный тип кожи, поэтому на мне вот только средние ноты хорошо звучат. И стар. Прекрасный вообще аромат. Буду рекомендовать всем всегда его. Он очень нежный, очень легкий. Цитрусовые ноты, эти нотки, которые здесь заявлены, они очень нежно звучат, как будто бы громкость убавили, и мне это очень-очень нравится. На волосах он так классно звучит, идеально подойдет для отпуска. Поэтому, девочки, тоже обратите внимание. И последний аромат, это бюджетный Eclat Mademoiselle от Oriflame. Тоже очень легкий. Для меня это аромат цветущего сада. Верхняя это фрези, яблоко и груша. Средняя это гибискус, жасмин и роза. И база мускус, палисандр и амбра. Это цветочно-фруктовый аромат. С этим я согласна. Тоже невесомый, легкий, такой чувственный, нежный. Он не очень стойкий, буквально 5-6 часов, наверное, держится на коже. То есть нужно его обновлять иногда, но... Вот помню, мне в комментариях писали, что он может подзадушить. Некоторых он душит, когда много наносит на себя. Вообще, конечно, лучше не поливаться в парфюмерии. Есть ароматы, которые, как вот, знаете, спреи, да, вы нанесли, через час-два вы уже ничего не чувствуете, поэтому хочется обновить на себе эти ароматы. Тогда да. Если у вас хорошая парфюмерия, люксовая, не нужно ей поливаться. Этот аромат, конечно, не люксовый, но им тоже не нужно поливаться. Буквально 2-3 пшиков будет достаточно, чтобы вы ощущали на себе вот это вот прекрасное цветочное звучание весеннее, такое летнее. И на вас он будет звучать очень выразительно. На этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч. Пока-пока.